И всем привет, мои умники, с вами Боди. Да, вот BTS посмотрели, EXO посмотрели, чё только не посмотрели, но SM Town мы забыли, согласны? И я не спорю, то что вы постоянно пишете в комментариях, что мы посмотрели SM Town, EXO, Coco Bob. Правильно? Да, правильно. Coco Bob. Это очень интересненькое название, правда я не понимаю, как оно переводится, но разницы никакой нет. Поэтому пошлите вместе посмотрим EXO, Coco Bob. Bob. Да. Так, готовы? Готовы. Давайте. Вау, интересно. Интересное начало, прикольно. Боже, у меня мурашки пошли. Вы слышите этот минус, типа... Как вот эта вот штука происходит, это очень приятно слушать. У меня чё? У меня просто мурашки идут от того, что... Ладно. Просто это очень и очень красиво снято. И когда они в воздух подлетели, типа левитация предметов, это вообще пипец. Жесть, Вы видите этот монтаж? Да боже, у меня идут мурашки от того, как они поют, от того, какой здесь монтаж, и от того, как они вживаются в роль. Вот просто посмотрите. Вы видели? Во, вот самое жесткое это припев, от него просто умираешь. Просто, какие здесь, какой монтаж, просто у меня слов нет. Ладно, я буду меньше на паузу ставить, извините. Просто это лучше, это припев. Я обожаю кей-поп группы за их припевы. Это невыносимо, это круто. Мне нравится, какой здесь такой интересный припев в начале, типа оу-оу-оу. Ну, типа ко-ко-поп-поп, вот это вот они поют, припев. А потом, типа, вот такой тектоник, типа того. Какой здесь вокал? Боже, дайся еще раз! Готовы? Весь клип
мурашки идут от того, как они танцуют, какой у них припев и как они исполняют его. Боже. Это мои умники, спасибо большое вам. Я так рад, что вы у меня есть, это невыносимо. Вы такие хорошие клипы знаете. Как мне нравится, что у меня больше аудитории такие поперы. Ну и помимо этого еще другая аудитория, которым нравятся другие видосики. Ладно, мои умники, давайте спецэффекты. Короче, давайте вот серьезно. Вот как они станцевали, какой у них припев. Это самый лучший у кей-поп групп. Мои умники, спасибо вам огромное. Вы помните, комментарий, который наберет больше всего лайков, то следующий видосик мы и посмотрим. Вот только главное, хороший видосик советуйте, вы поняли у меня. Надеюсь, по крайней мере. Поэтому я надеюсь, вам видосик понравился. Вот если хотите, то можете поставить лайк, но это ваше дело, я никогда никого не заставляю. Если хотите, то можете подписаться на канал, но это ваше дело. И всем огромное спасибо за просмотр. Всем пока. Да.